снаряжение и оружие. Скоро в бой. Противник начинает высадку. С вами. Учения кончились. Теперь вас ждет настоящий бой. Мучения, говорит, закончились. Здорово, пацаны. Кто есть? Русские. Наша задача проста. Собрать больше денег, чем противник. Норма. Так, боец, укажите есть, точку высадки для своей команды. Вот, хорошо. Медиан. Минус один. А чё, контракт возьмите? Баунти. Улепит. Баунти есть. Цель на ликвидацию подтверждена. Разберитесь. Замечательно. А, кстати, и не очень далеко она. Так, кстати, вон за тот дом приземлился. На парашюте. Противник отслеживает ваши координаты. А, он в том доме. Пойдем, пойдем, пойдем. Куда? Вон в том доме. Там у нас все. Бля, чувак по-русски говорит, или я что-то, блядь, уже бред у меня какой-то в башке. Какой снайпер? А, русский. Оу, behind us. We're being hunted. Блядь, блядь, блядь. Собираемся здесь. Оу, taking fire. У них работает ППЛА. На фланг. Hunter becomes a hunter. Тут возможно еще есть.
Бля, да пиздец, вот кол, ну ты чё, блин, это? Shit. Mr. Cool Pineapple, can you help? Thank you very much. Gunfire coming from that direction. They're on blue. Team. Multiple enemies. Два пидора ебаных меня уебали с собой сторону. You come back here. Can't see him. Can't see where they're firing from. Come here. Unbound. Greenway 2. Are you dead? Противник рядом с вами. No. I'm just walking out here. Blitz. Still no blitz. Guys, anyone about? Will help. У них работает БПЛА. Miles away from you. У них работает БПЛА. Well, I'm moving out. Зелен, там. Или еще чёрт. Привет, привет, Ликвид. Дела? Да. Средней паршивости.
I'm moving towards a field, guys. The enemy. Over here, falling down. No. Multiple enemies. On blue. Multiple enemies. I'll lay down there. That's green. It's all green. And then two. Букашка как бегает. Живу ради мести. Угу. Понятно. Hey, what are you? У вас там кто-нибудь вообще есть на этой электростанции? Петрикс. Петрикс, I'm following Петрикс. Clay, what are you? Хуи лаем на, блядь. Я клей. Цель уничтожена. Беру следующую. У нас есть ППЛА. Найдите их всех. А вот и наш транспорт. О, так нет. Здесь.
Play coming towards you. Крыса ебаный в кустах сидит, блядь, а? У нас есть ППЛА. Найдите их все. Союзник начал кластерную бомбардировку. Руслан. Как так можно, за? Парни, не играть никогда с РПГ, с гранатометами. Это же очень, бля, подло, блядь. Все, давай. Всем удачка. Thank you, guys. Thank you за play. Сказал. Ай, бля, как холодно. Попробуем. Что там есть-то? Thank you.
Аликвид, ты долго соображаешь, прям очень долго. Коля. Сейчас, в принципе, идеи можно будет даже не покачать, сейчас какой-нибудь другой комплект возьмем. Снайперский. На расстоянии покидаем. Транспорт скоро будет. А пока потренируйтесь. В вашем районе высаживается противник. Следите. Продолжение следует...
Противник рядом с вами. В нашем районе высаживается противник. Следите за небом. В вашем районе высаживается противник. Следите за небом. Противник начинает высадку. Включайте площадку. В вашем районе высаживается противник. Следите за небом. Уебища аемная тварина, блядь, кончена.
Как матом поругал, сразу один ушел за рейс. Хуесосины читерские, блять. Thank you.
район и защищайте его. Противник начинает высадку. Хуесос наемный я. Опять ты, мразь, ёбана. Он просто стреляет, зажимает, и все, у нее все летит. У этой мрази, ёбаный. Сосина, блядь, ебаная мразь, блядь. Блять, напугало. Противник начинает высадку. У них работает БПЛА. А им ебаный, вот ты мразь конченый, сука, чтобы ты животное ебаный, сука, сдохла. Я загляну туда. Противник начинает высадку. Yeah.
Противник начинает высадку. Клоуна, блядь. Уебища имный, блядь, пидор конченый, блядь. Ой, пидор ебаный, бля. Привет.
Транспорт скоро будет. А пока потренируйся. Противник начинает высадку. Тренировка окончена. Пора сразиться по-настоящему. Задача проста. Собрать больше денег, чем противник.
Спасибо, милый человек, за подписку. Юрий Дерсон, спасибо за подписку. От души. Благодарю. А чё нас, блядь, захват не берут? Выдвигайтесь в отмеченный район и защищайте его. Кто там этот, блядь? Где ты это? Кто? Цычу. Шучу, блядь. Шесть и хуй на этих это. Алло. Ой. Дома? Ну, в дому-то. Он может просто что-нибудь дома, может, на это просто вышел из дома-то. Телефон дома. Противник. Вот. А, взрослый ты, а? Ну, старшийся. А, все, хорошо. Противник начинает высадку. А, в кассу? А, все, понял. Ну это тоже будет по лестнице взять, да там? А, ага, все, понял. Так, значит позвонить Мелкиной, да? Ага, все, хорошо. Давай, ага.
Работает БПЛА! Отмечена точка внесения денег. Отмечаю посылку. Захватите ящик с наградой. Где ты топает, блядь, не пойму где. Читер я е. Да, читер, а им я. Кричал бы, пидора боссами. А я забыл, что у меня есть. Оп. Противник рядом с вами. У них работает ПВЛ. Противник начинает высадку. Ой, блядь, ёбаный рот. Они пещеры, блядь. Они на экскурсии по пещерам, на. Вот, а на кой хуй играть, не знаю, блядь. Экскурсии там у них, блядь, гиды наняли, что ли, блядь? Ёбаный стыд, нахуй. Да ты пидор аемный, сука, ублюдище ебаный, чтоб тебя пидораса выебли, нахуй. Ну это им. Он, блядь, стишки кидать не может, блядь, а в ебальник сразу дает, нахуй, охуенно. Ебать. Ебать, это, убери из ЗРГ, блядь, и больше не бери никогда. Пролет завершен, ППЛА на базе. Пидор, Аин, у тебя там мать шлюха, ебаный, грязный проститутка, подохла уже нахуй. Ну хуила, нет, это Аин, чисто Аин. Ничего, не Аин, а Аин.
Охуел ебаш на Еми жестко, блядь. Так, короче, стрим закончен где-то в 22:00. Хотите продление, пожалуйста. Ой, бля, чувак в палатках заблудился, ёбаный в рот. Как не посмотришь, он в палатках залазит. Где круг там мелом чертили, ты не можешь выйти. Батеньки, меня уже, бля, просто колени трястись начинает от этой игры. Шлюха, а имные, блядь. Не бойся, или как ты там ник-то, слышь, что ли, ты, блядь? Ну, ты чепушок, блядь, ты выкинь нахуй это оружие. Ты не понимаешь, что не можешь, блядь, стрелять с него нахуй. Вот, играть не можешь, это, заполнение отряда выключи, играй один. Нехуй бегать там в палатках, блядь, весь бой. А имную шлюху, у тебя там мать подохла, блядь, в подъезде, нахуй, ее собаки доедают, а ты играешь, пидор, блядь.
Так, для прикола. Попробуем. Да, попробуем. Значит, по херу. Чего ты? Чего? Не пойму первое слово. Куриц лучше. Че? Ага. Угу. Ну я понял. Угу. Ну да. Блять, опять по телефону, блять, поговорил в игру на. Сейчас не зайдет, опять нахуй, просто удалю его. Я просто сгорела мысленно. Смотрела. Ёб твою мать. Все, началось, блядь, сразу. Ликвид, сделай что-нибудь, пожалуйста, с микрофоном. Ну, чтобы вот что у тебя там идет, ну, какие-то там, ну, с телевизора или с ноут, с планшет, чтобы не было слышно. Сделай. А, прям секунду, подожди, сейчас иду.
О, привет, газировка. Так, ты тут, Ликвид? Угу. А ты давно зашел в игру? Играть давно начал? Я был с полтора... Я сейчас... Я был с полтора пятый начал играть. Там прошел кампанию, да, грустный. Закончил. Играл 50 минут. Ну что, еще 11 дней осталось. Не, ну уже можно день не считать, еще 10 дней. 10 дней еще. Ты жулик. О, здорово. YouTube Clay. Здорово, YouTube Clay. Здорово. Бать святой. Бать святой, здорово. Да, походил тоже. Мужик играет уже лет так 40, наверное. Да, у меня 47. А, сколько? 47? Да. Хуя себе, да. Плохого ничего не вижу. Я тоже. Тренировка. Нервишки успокаиваю, здорово. Да, а у меня наоборот прям горит, на. Не-не, ну в процессе игры, конечно. Адреналин, как говорится. А, ну... А. Ты сам откуда, с России или ближе с рубежья? Не, из России. Красава.
Красава. Ну, я с России, с Нижегородской области. Нижний Новгород, знаешь где? Конечно, конечно. Откуда? Из Тулы? Да, да. Мы с братом играем тут. Голдок, который... Бля, а чё я выпрыгнул? А, это твой брат? Да, да. Золотая собака? Да, 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 да. Такой вот у меня брат. Бать святой, блядь. Собака золотая, вообще, блядь. Бля, не знаю, куда. Ну здесь, конечно, как будто пиздешно сидеть. Снайпер, блядь. Ты тебя снайперов не любишь? Я, ну а кто их любит, братан? А? Кто же их любит? Я особенно не люблю, когда снайперы издалека бьют. Непонятно. Да, знаешь, откуда... Вон, чувак, смотри. Отлично, отлично. Саня, ты где-то далеко убрал, блин. У тебя дед там, золотой. С твоей стороны по мне дубасили. Вот откуда-то оттуда вот. Да-да-да, оттуда бьют, оттуда бьют. Оттуда. Я к вам лечу, короче, у вас там весело. Батя, 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 где ты вот здесь вот, чувак, по мне хуярит. Вот-вот, я туда подлетаю сейчас. А я бегу. Я просто был на этой, ну водонапорной, мне как-то удачно было. Я вот до сих пор лечу, блядь. Помните. Где ты еще раз делал марочку? Где ты видел кого? Вот тут... в той стороне где-то. Он по мне дубасит. Я не знаю, что вы его как не видите там. Он прям с вашей стороны херачит. Наверное, кто-то слепой. А, вижу, но нет, это... А, нет, ошибаюсь. Не знаю, где вы там, где вы нашли. А, вот, вижу, вот он. Слава богу, нашел. А, мне показалось. Сейчас, а, успею, успею. Блядь, не успею, Саня. Бля, братан. Деньги свои заберешь. Ну я реально не успевал, хули. Ничего страшного. Я тоже так считаю. Я отыграю, бомблю всех, всех хуями кровью. Я, ну вот, и, ну иногда. Мразь заманила меня. Даже вот пацана Маник научил ругаться матом. Он раньше ничего не ругался, а сейчас начал, блин, тут хуярить. Ублюдки, мать твою, бля, хуярить. Кто, кто, ребёнок, меня... да? Ну, вон, это он. Нет, вон, Ликвид у нас играет. Меня звонили, там троих было. Хуярить, бля. Я кого-нибудь, то, бля, читер ебаный, он начинает, бля, тоже хуярить. Опа, бля, ну, конечно. Бьёт? Бля, я думал... Это снайпер тут, ребята. Я думал, я самый взрослый, блядь, у вас здесь. Думал, я батя, блядь. Вижу, а вижу. А я сын, и, оказывается. Сань, да, здесь где-то, короче, кто-то рядом у нас. Опа, вижу. Граната на пошла. На парашюте летишь? Минус. Ликвид, блядь, полетели, его, полетели его, к парням. Его убил не я, его убил не я. Смотри, там кто-то есть по-любому, блядь. Его убил не я, где-то здесь что-то. Кто-то, блядь, близко, не долетит, но, потому что... Да похуй, я не это... будем ближе. Саня, ты его убил, нет? О, братан, пойдем вот этот... Видишь это? Денежки, денежки, мешочек, да. Поглядим, вот что получится. А вы там... Вот, есть, 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 вот, смотри, чувак, денежку сдавать прибежал. А мы его гранатометом, оба... Вы по Дискорд там общаетесь? Там ребятушки вон там сидят, смотри, там толпа, блядь. Два их точно видел. Ты по Дискорду общаешься? Они вертолет вызвали, короче. Сань. Батя, это по Дискорду?
что такое Дискорд, братан? Он денежку у меня сдавать будет сейчас. Все, денежку сдал. Минус. Да, там кто-то есть еще, смотрите. Вижу второй этаж вот тут. Нет, там уже никого. Как нет, а... есть там. Он убежал. А нет, убили его. Труповочный. Ну, вот, здесь... собрали. Да, я здесь никого не видел вообще. Только трупы. Подожди, сейчас прилетят, блин. По-любому. Ну. Опа. О, денежку пришел, да. А, нет. Я думаю, сейчас появятся они здесь. Можно минутку обождать. Кто-нибудь, заберите. Они вон там, вон. Они на другой свинье. А точнее, бля. Я кинул метку. Блять, покажите где-то. Метку кинул. Ой, если кто-то дрон какой-то приехал, чего-то, блядь. Фантастическое, блядь. Ой, блядь, какой-то хуйник взял, зачем? Мне повезло. Я хоть нормальный выпал. Бля, а что бабки-то сдать можно? Давай без инвентаря, хули, потеремся просто. Давайте бабки сдадим, чтоб не украли. Конечно. Прилетел, готовимся. Тут это, пидорас аемный. У нас, алло, на крыше, на крыше, да? Да, на крыше, да? Нет, снизу. Да, он на моем трупе. В сарайчике, где мой труп. Блядь, сзади, сука. Блядь, сзади нет. У меня. Блядь, не добил. Это те прилетели, надо их ударить. Башу, короче. Я думал, кто поможет мне. Ликвид, чё ты с херня? Чё я тебя сегодня никак не могу играть? А где, я не понял, где мы вылетели? Или хуя себе туда лететь, это вообще без пункта. Пиздец. Давайте придумаем поближе, может. Не, а чё? Берите самолёт, вертолёт и полетели, всё. Ну так-то логично. А чё, блядь, заниматься миссией? Ха-ха, ну полетели, хуйни. Логично, что я лечу уже. Забирай тогда всех, хуй. Правильно, пизды им дадим было, чё? Пошла. Хоть помнишь, куда править-то, блядь? Конечно, уже, вот, все. Падаем. А, все, узнаю, погнали. Выпрыгивайте! Повезло ему. Грузик там. Опа, блядь, мне снайпер в спину ебашит. У нас сзади. Да, снайпер там где-то. Да. Убила чела синего. Саня, тебе привалили, да, снайпер был?
Блять, надо нахуй эту. Он по мне работает. Оба, по мне тоже. У него работа. Блять. Сука. Подними меня, братан. Болси, я он там смотри. Подними меня сейчас. Вон там, вот он управление. Сейчас. Вон он. Блять. Примите координаты. О, снизу смотри. Где я лежу? Блядь. Эремир Усманов, удачного стрима. Спасибо. Спасибо, братиш. И тебе вот все. Я там народ. Всего хорошего. Тоже, смотри там. Здоровья, семье. Я гранаты кинул, сейчас от него. Детям. Я к нему уже подбежал. Близким. Ах ты тварь, он ушел. Ага, ты спалилась в кустах. Ну, вообще не увижу. Ну, это куст бегает. Ремир, напомни твой ник какой. Так, он лежит, к нему сейчас пойдут гости, по-любому. Вот он, положил, смотри. Там броня лежит. Давайте. Парни, сюда. Положил я там, смотрю, он вообще ваншотный, блядь, вот и тут. Противник начинает высадку. Он там все лежит вот тут. Вон, пополз. Это моя сучка, и я ей долю. Я по-моему убил один, там нормально. Да ликвид, ну ты пиздец, ты не мог его убить, что ли? Да я по нему стрелял. В каком ты, мне кажется, стен стрелял мимо, блядь. Нет, ты по нему попал. О, блядь, снайпер, сука, долбит откуда-то, блядь. Надо валить меня отсюда, походу. Я бы убил его, я просто, да, из дверь там подобрал, нахуй, пока оружие переключал, блядь. Я по нему начал стрелять. Голд, а за тебя случайно чувак не бежал? Или мне показалось? Батя, а у тебя брат вообще с микрофоном? Ой, знает, но нет, он молчит. Блядь, сука, наверху опять мышки тоже. Опа, я боюсь. Да, эту высоту надо брать, где тебе подрагивать. Подержать ее, кстати. Будет вам нормально. Ну ладно, сейчас тебе будет. Бля, нихуя себе. Уйди оттуда, блядь. Откуда ты, ебали, не понял. А где мой был? А он по мне лупит уже, да? Где-то внизу был. Да, это он, наверное. Меня лупил. Да, он внизу где-то здесь. Вот он, пушьте. Быстрей. Откуда, с вышки бьет, да?
Он внизу, да, я его, считай, убил. Блядь, у меня сука слышал. Да-да-да. Подранил меня, блядь. Все, убил его. Надо брать, его брать, надо. Убрать? Нет. Я убил. Красавец. Да что я ему сказал, пацан? Ну, сука, снизу тут далеко. Оба! Откуда? Оба, откуда? С горы. Вот, вон. Я лечу. Убил, все. А, я рано прилетел. Здесь прикрытие, на этой хуйне нет никакого, короче, на этой башне. У меня еще. Батя, я тебе там кинул приглас, если что, короче. Как хочешь, это твое уже дело. Хорошо. Помогите мне. Чего тебе помочь? Блять, ебнут снайпер. Меня снайпер лупит. Откуда? Я не знаю. Пули не видать. Опа. Да, я же говорил, он на мне работал. Я вижу его. Блять. Я знаю, ты убил. Он на мне работает. Я убил его. Я нашел. Нет, там еще один бьет, блядь. Откуда еще один-то? Он оттуда откуда-то, вот. У этой стороны, вот где-то. Нет, там я убил чувака. Блядь. Не, там еще один был, двое там было, минимум. Минимум еще один. Я слышал. Ну. Вон там на мосту идет, короче. Бля! Блять, откуда они бьют, скажите, чтобы блять, я полетел еще. Почти, вон оттуда откуда-то, ну далеко, очень далеко. Бля, я вот таких не люблю снайперов. Ликвид, иди меня вот здесь подними. Вот здесь вот. Нет, только ляг, блин. Бля, он видит, наверное. А я тоже не вижу, спасибо, но я его не вижу. Ну, на снайпу собрать. К нам прилетел. Отвечаю, пункт. Бля. Я через забор перелез. Ладно, меня не надо лечить. Так. Меня надо. Бля, тут нахуй рядом, вот они, блядь. Сука. А че он не может убить чела? Он че, нуб? Синий. Я что-то нихуя не помню, что произошло сейчас, блядь. А? Ты что с ним делает? Он даже не может убить. Нормально все. Ликвид, ты тоже иногда, блядь, хуйней страдаешь. Ликвид, ты его зовешь. Я погоняла. Ликвид, блядь. Ну, у него ник такой, ликвид. Ага. Ну круто, я отвечаю, блядь. После синего не может убить. Синий. Блядь, хуй тебе. Не поможет, да, да. А да вас не было. Ну их срочно канцеляют. Противник рядом с вами. Нужно куда идти, блядь. Поем, возьмем что ли эту. Надо. Бля, вот ты ублюдище ебаный, нахуй, просто. Я под землей, что ли, блядь? Бля, я когда я беру нахуй, сразу враги куда-то пропадают нахуй. Я тоже никого не вижу. А они вон там, вон все, блядь. Вон этот, ну где был я. Там прям нормальный народ, блядь. Сейчас думаю на шарик, блядь.
И туда, в гущ событий. Вон, а, вон они летят. Утки летят, блядь. Утки, на. Лебеди, блядь. Я понимаю, блядь, куда летят. А, у меня цель. Атаки. А, это яма. Минус 3 нахуй, пошли все, блядь. Я ты там, блядь, мясника. Да, по мне самолет лупит, значит, кто-то все убил. Я тебе говорю, сюда падает народ, блядь. О. Он еще. У. Блядь, у вас там упал. Да, вы уже здесь, да? Коля. Короче, сыпется, да, тебе на с неба, блядь. А вот нам трое было, больше не хотят сюда падать. А, вон они летят, вон там он летит, вон пометил. И, блядь, и туда далеко. Вон, блядь, 340 метров, блядь. Я готов. Ну что, пойдем в сторону аэропорта, все равно, блядь, мне кажется, тут уж ничего не найдем. А я уже на аэропорту. Полтора минуты осталось, все равно, говорит. Там добавляйся, батя, сейчас этот следующий бой в лобби выйдем. Зайдешь и пойдем. Угу. Братуху берешь. А как мне это все сделать, блядь? Опа, не. Не. Такая, как будто это бот. Все, почти убил. Убирает. Добивайте его и все. Вон у меня ребенок. И все. Молодец вообще. И не люблю ботов. Не любишь ботов? Меня, да, знаешь, это бот. Как меня сделать? Как меня сделать? Добавить. Сейчас я еще кину. Сейчас я тебя кину. Сейчас я представляю. А, ох ты, ну! А пиздец, хоть я, хоть. Блять, вон он, сука. Вот здесь он, вот он на мне прям лежит, вот умер все он. Батя, гляди, я тебе, короче, еще кидаю приглас. Вот, предложи я дружбу. Я предложил. Принимай. Ты меня тоже. Какой кнопку-то, блядь? А ты на чем играешь-то? Ты на плойке играешь-то? Так. Или на компе играешь? На Соньке. Ага. Вот это тогда он кликает, кликает. Какую кнопку принять там? Так у меня не понял, что они высветили. Ну я сейчас тебе это. Выйду еще тебе кинь там. Давай. Давай. Во, и давай братуху позови. А как братуху позвать? Ну, ты пригласи сам его, и все. Сейчас приглашу. Стой. О, батька добавил. Пригласил. Ну, блядь. Братан, ну ты где, братан, ждем. Ой, Евген. Евген, это, сорян, у нас занят, привет.
А, все, давайте, удачи, пацаны. Да, и тебе того же. Я запрос кинул ему, друзья, он должен принять. Он нихуя не реагирует что-то. Так, гуд. Я ему кидаю приглас. Давай, если еще. Ну, он нихуя не отвечает. Давай без него тогда хуй. Пацана только зря, блядь, который вошел. Его пригласите кто. Пригласи, который выходил. Сейчас. Блять, приглашаешь, хуй зайдет. Да, пошли ты втроем. Надо просто ему сообщение писать. Начинайте бой в любом случае тогда, человек. Говорю пока. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к украинцам со словами: «Вы для Европы». Не доверять поддержке, которую... А, нам двое осталось. Да, чё? Я приглашу, Сань. Сейчас я его приглашу. Сань. Пригласи мой прими, Александр. Он, наверное, не понимает, как понимать. А? Да понимает, он знаешь, какой шаристый. Ну. Лошадь. Планшет. У тебя большой был еще, да? Или такой? Голд. Прими, друзья, а то проблем прям тебе добавить. Я тоже кину. Предложил тоже за рассмотрение.
Блядь, ну что, Саня, блядь. Давай без него, давайте так, чё. Как, он здесь, Саня-то он? Гол-то. Чё-чё? Он тут, в игре, он с нами. Где он с нами? А, с нами! Все, погнали там, чё. Точно, вижу, я просто у меня заставщик, блядь. Питание дня закрывает. Ага, спрятался. Да-да-да. Он вообще, у него это... Тишь. Саня, ты связь, чё с ним, блядь? Вперед, сука, водит рота, солдат, водит, чтоб победить. Блин, проверьте снаряжение, я оружие. Скоро в бой. Все, один уже потенциальный враг есть, на. Мертвый враг. Парта, вперед, бля. Вперед. Пизды получил, вперед, бля. Сука! Мама. Мама, роди меня обратно. Утечки, блядь, какие-то. Пора отправляться в район операции. Блядь, херово нет, да, сейчас этих катов, которые вот, команда на команду большие. Прям нравится. Да сидеть надо со снайпой лучше. Я там прям дохера нахерачил. По пульке в голову. Плюх, плюх, плюх. И ящик берешь, чтобы патрон только подкидываешь, блядь. Интересная игра. Угу. Нет, ты, кстати, сколько играешь машины, в нее уже? Машины, помнишь, машины были еще когда сопровождание. Да, типа, нет, ты сколько играешь в нее? Ну, блядь, года два. Наверное. Ну вот, я прям с самого начала, грубо говоря, почти прям с самого-самого начала. Вот, вот. Верданск была тема, а это сейчас все говно, блин. Вот шляпу, да, Верданск интересно, согласен. Погнали. Там карта была, я играл, кажется, я знаешь, что ты играл в нее? Верданский, я 5 дней играл. И все удалил. Игру. Цель изменилась. Защищайте эту позицию. 200 метров. Пошли. Ликвид, ты где там, блядь, опять лазишь, а? Блядь, не твое дело, сейчас у него война идет. Не мое дело, слышь, Шоль, ты, щена, блядь. Малек, ты сейчас поговоришь нахуй мне. А Ликвид тоже нижегородский, да? Нет, Ликвид, и... блядь, Ликвид, откуда ты? Таджикистан или откуда, блядь? Киргиз, блядь, он. С России. Пизди ты больше, ты мне говорил, блядь, забыл просто. Пиздобол, блядь. Сука, блядь. Россия. Как ты с Россией, ты, блядь, говоришь? По-русски тебе еле, блядь. Пык-мык, блядь. Россия, нахуй. А я не хочу так говорить сильно. Да-да-да, ты пизди мне больше. Ты... Я видел, ты там, когда стрим запускал, там, ну, прям... Лицо не русской национальности, нахуй. Хуй ты, Ликвид, ты еще стримы запускаешь, блядь. Да, он, я ему подсказывал, да. Вы тоже, кстати, Ликвид. Сейчас в прямом эфире идете. Ладно, да. Всё. А чё, ник-то не видно у меня? Какой? Ну ты же у нас YouTube. А вижу, да, звездочки что ли, да? Чё звёздочки? Это имеется в виду? Ну, напротив ник у тебя. Нет, YouTube, это я командир вот. Просто. А, бля! Ну я ж раздревный, немного не вот, понимаю. Я командир. Все, я догнал, братан. Ну и бля. Это ты сейчас реально в прямом эфире, да? Да-да-да. Нихуя прикольно. Ну, смотрит мало, ну. 460 человек был, но смотрит мало. Ну, смотрели бы все вместе, ну, заходит много, а смотрит мало. Понял.
постоянно уходит. Ну, у меня же там это, 20 тысяч подписчиков на канале. Ничего себе. И так мало смотрят. Да. А вы, получается, ликвидом, да, в одной команде или как? Не, ну просто у меня в друзьях, и, ну, так почти постоянно, да, с ним играем. Ну, очень много прям пиздёвых чуваков ушли, когда поменяли карту. Вот. Ферданск вот на эту херню, они сразу сказали, ну, мы играть не будем в ней. Ты сейчас стрельба была только. Да? Опа, нахрен что-то есть, кто меточку дал? Да я. Не давал. О-хо-хо, блядь, ах ты сука, такой... мелкий, блядь. Здесь кто-то стрелял. Меня, блядь, я на крышу лезу. Пиздить их буду сейчас, наверное. Оп-о-о-о-о. Там, там, кстати, снайпер на крыше. Ой-ой-ой. На крыше снайпер? Да, по-моему. Это гениально. Ясе. А, да-да, слышу. Ну там не снайпер, что-то автоматная очередь была, блядь. А еще один. Вот пришел. Здесь он, короче, вот тут видел. Блин, двое. Блин, оба есть, вот он. Ух, Тихон, на. Тихон. Так, секунду, на. Опа, блядь, на мне. Сучка-то какая. Бля! А, вон меня кто-то. А, сука! Нихуя себе там чувак с QBZ хуярит, блядь, стреляет, как нахуй, я не знаю кто. Профессионал какой-то, блядь. Ёбаный. Бля, что-то нас размазали, парни, давай вернемся. Че? Я отомстил за это. Блин, я просто оружие качаю, нахуй. Я сейчас взял бы другой комплект. И пизда бы им была она. Там всем, блядь, разом, нахуй. Блин, а ты в самом нижнем живешь или рядом? Не, я с области. Откуда? Ну, ну, Сосновский район. Купить. У нас, надо... кстати, знаешь, что сейчас я тебе расскажу? Сейчас, погоди, только маленько это. Потише будет, а то я, блядь, сейчас это опять сдохну. Ага, блядь, светит. Ну, короче, у вас там, ну, Туле, тульские пряники, эти, ну, это... Так. Проводишь, короче. Гусиные бои. Проводит. Какие? Гусиные бои. Гуси. Вот. И вот у нас чувак, с, ну, с поселка наш, вот он ездит, бойцовские гуси. Вот, он туда вот ездит. Противник начинает высадку. Ну, понятно, где-то, куда, что происходит. Сзади. Минус. Угу. Спасибо. Прям выручил. А то бы он бы сейчас так, так удуплился бы просто. Он бы ухуел. Не, я сейчас просто мне позиция хорошая была. Я и того да, снял одного, но он уже был подранен. Там, чувак, там, вон он. Я не понял. На, блядь, вот это да. Я мальчишку ебал, нахуй. Сразу же в ебли еще дал очередью, нахуй. Он, наверное, там кричит, читерас ебаный. Блять, как я себя веду на... Блять, там... Там бать играть с нами, я так веду себя, как... Паршил как-то. Бля, я думал, я старик, тут сижу играю. А мне только... А тебе сколько рассказал? Мне 35. Ну, 36, грубо говоря, в декабре будет. Вот, снайпер, он на той крыше. Но он может уже... Не видел. Но он, возможно, ликвид уже съебал с нее. Я не съебался, я жду. Где? Я говорю, он съебался, возможно. Гости. Гости где-то. Оп, где-то вот здесь гости. У меня снайпер. И как не выпустит меня. Бля, чувак опять. Чувак опять пиздец меня получил, ой лох, блядь. Ну чё, прилетит еще раз, значит.
А есть такие люди, да, будут до последнего летать, пизды куча. Так, на крыше есть кто-то. Ты где-то был. Че перестал? Блять, ну как можно, сука, на снайпы, блять, ну вообще вешать, блять, прицелы X3, блять. Ой, блять, это пиздец. Так, у нас гость еще вот это стал. Я что-то играю, блять, ну это. Со снайпой, блять. Надо сначала, ну, от снайперки взять полностью. И это пользу-то блять по мне лупит по первому на первый этаж. Второй этаж. Я у них на прицеле. Второй этаж, вот тут чувак сидит. А, там, а? Да. Он спрыгнул. Бля. Блядь, сзади меня, сука. Он меня наебал, блядь. Он меня тупо красиво наебал. А я его красиво наебал, закрысил. Я, он видит, что он даже не стесняется, он видишь, говорит, я, говорит, закрытил нахуй, он ничего не стесняется. Я тебе похуй. Идет. А, он на крышу полез, сучёныш, блядь. Блять, парни. Да как так-то? А, вот этот, блядь, он как-то интересно играет очень. Ну-ка. Да, у него аим ассист, наверное, стоит. Чего? Как ты со снайпом меня мог дать? Как, обыкновенно, да раз ты и дал в голову, и все. Бля, откуда тут? Роуч пишет. Ну, короче, чувак пишет в чате, в общем. По-английски, типа, привет, типа, please subscribe to my YouTube channel, ну, типа, подписывайся на мой канал, блядь, это чё это, да, Траус нарисовался. Врайт стрим Варзо, чё там, чё усвоил, видим, бросаться, find my channel, блядь, чё-то, я ваших мамок, я ваших мамок на аэропорте. Чего ты на аэропорте? Сейчас я прилечу на аэропорт. Ты будешь ваша мама, блядь. Эй, хуила, блядь. Я сейчас прилечу ему, да. Уже. Вот, видишь, как аэропорт. Это всегда, блин, читерство. Я ваш мамок. Я тебе, блядь, сейчас нахуй дам мамок, блядь. Это я твою мамку буду сейчас щупать, нахуй. Сука. Ну точно. Сука. Я уже пролетел. Бля, где я есть, я не пойму, сам чем тут делаем. Нам нужны новые игрушки. Ого. Блять, я вас далеко до вас. У них работает БПЛА. Первый бал. А, во-во-во-во, хуил на хуил на читах, короче, от 100%. Да-да-да, а им у него. Да. Что ты там делаешь? Там грустно, блядь. Там нет никого. Куда поеду, блядь, сейчас? Блядь.
Все, машина, вижу, машину. Пойду на место. Мы на башне. Ну все, сюда. Полеты. Блять, вот ты пидор, блядь, ебаный на. Не, я надеюсь. Ты что, я надеюсь, там братуха не маленький. А, тебя крысами. Пацан. Да ну нахуй, блядь, зачем этого полез? Мышь ебана, блядь. Это ебаный. Авианосец бомбу на меня прям скинул, нахуй. Иисус на меня, короче. Ник у него Иисус. Вообще, вот таких людей в жизни не пойму, кто вот, ну, такие ники делает. Иисус. Вообще, долбоёб, блядь. Ой-ой-ой. Да. Блядь, Саня, ты... Саня, смотри, стой, ты или ну, это, чувак? Да? Оба. Берем. Ну хорошо. Блядь, там их двое. Блядь, почти уебал обоих. Одного уебал, второго почти добил. Я ему там пульку, где его надо. Пуленьку засадить. Таркатан ему захуять надо. Бля, как не люблю я это место, это просто кто бы знал. Вот это? Да, вообще, ну, ну пик, вообще нет, пик ненавижу. А съебу вас, пиздец, это мне тоже не нравится. Мы сюда потом посмотрим. Я тут, блядь, мертвую петлю делаю на истребителе, на. Хуя, вообще похуй. Люди, блядь, на джойстике не могут летать, а я, блядь, на компе летаю, на. Вообще похуй. А чё говорить, я на компе лучше поиграю, мне просто за спины не могу сейчас сидеть, блядь. Поэтому играю на этом геймпаде. А так я тоже с клавиатурой у меня лучше получается, чем на этой хуйне. Противник начинает высадку. Блять, вышел, сука, на целый отряд. Ёбаный ты долбоёб, Клейна. В каком-то одиночестве. А чё у тебя? Чё у тебя спиной? Да. Я что-то не позвоночный вижу. Ага. Ликвид, вот, блять, вот ты пиздец. Вот ты один тут лазишь. Блядь, кто? Как Ликвид, думал, сука, из-за тебя меня там высадимся, блядь. Ёбаный этот дурак, блядь. А? Ты пиздец, ты вообще, ты такой нахуй этот, а? Ликвид, блядь, говорит, ебан. Я победу.
погонял, конечно, зачет. Надо дать должное. Посмотрим, куда я ехать, когда ты сделаешь себе. На-на! Бля, почему у меня истребитель взорвался, а вертолет у него нет, блядь, а? Я прям в вертолет. Али, братан. Лоб в лоб нахуй шел с ним. Ликвид, ты сейчас какую-то хуйню, мне кажется, вытворишь. Я тебе, блядь, прям приеду. Твой Киргизстан, нахуй, и тебе прям чир зовут, блядь. Мне кирки сейчас вынесет. Вынесет? Это игра для тебя как-то... Ликвид, как-нибудь... кто тут по национальности, блядь, на самом деле? Ликвид. А. Ты кто по национальности? Тайна, что ли, блядь? Блядь. А, сели бабло вынес. Я, короче, я забыл, блядь. Или, вот, ну, по-моему, киргиз он, да. Так он что, сам ответить не может, блядь? Я не блядь, нет, блядь, ты не знаешь, говорит. Какой? Ну, это человек такой, у него, я не знаю, что он как будто из другой вселенной, нахуй. Ну, с ним бывает очень трудно разговаривать. Я робот. Вот. Хуй поймешь, бывает. Он то... Он Кириллом был. По-другому Димой прикинулся, нахуй. Вот. Я вообще, бля, ваху просто, бля. И видишь, ему смешно, да. Да, снайпер там видел? Пусти. Блядь, у меня лагает люто вообще. Блядь! А вы что тут все забыли? Трупы. Одни трубки только лежат нахуй. После меня. Ой, допизделся! Ой, допизделся! Снайпер снял. Все. Хуй тебе. Егорик, блядь. Нагоняй следующую. Че там? Сколько мы нахуярили? Блять, у тебя у братухи, короче, батя, вообще проблемы с киллами сегодня были. Так, что у нас там? Качается оружие? Качается, да? Чё открылся прицельчик, еще один, да? Ну, да. Блять. Чё? Поюзал. Я сейчас подойду. А батя куда ушел? На, у него, кстати, что-то тоже вылетает, он на плойке играет.
Голд, а чё у тебя ушел, братуха? Напиши в чат. Где он там где? Чё, погнали? Да, ты куда пропал? Да я курить ходил. Нет, что ждете? Я пока курю, пока вот это начал размер. Нет, я... нет, тебя выкинуло. Я же. А, выкинул? А, ну было дело, да. Приглашу. Это, кстати, вот кто на плойке играет, всегда почему-то выкидывают. Может быть, я не знаю. Ликвид, я сегодня что-то, блядь, ставил, что-то никак не, это, не получилось это. Надо Overwatch, блядь, вторую поставить. Что-то никак, блядь. Чего поставить? Overwatch, вторая часть. Рекрен, ты смотришь? Меня спрашиваешь? Да. Сейчас он мне ее играет. Что это такое вообще? Как? Эрик Рен, ты не знаешь? Нет. Он, блядь, почти самый лучший киберспортсмен. Бля, братан, мне, блядь, 50 лет, а чего меня спрашиваешь? О чем ты меня спрашиваешь, блядь? Я не настолько глубоко, там, скажем, в этой игре. Ну ты за Warzone, да, имеешь в виду? Ну, нет, он вообще начинал в Нави. В Нави. Все эти КС-ки, блядь, PUBG. Вот колда, блядь. Вот, после Overwatch. Ну, все играет там, короче. Я единственное, на кого. Теперь это. Повтори, что сказал, а то загрузка была, и ты пропал. Ты молчал поэтому, да. Я-то Шамору, знаешь? А, ну да, чё, вот. Да, да, да. Ну вот единственное, вот я его смотрел, как он играет, неплохо. Всё, пожалуйста. Да не, мы так вот делать нехера, сами зайдем, поиграем, погоняем, блядь, да и все, весь хуй. Угу. Противник начинает высадку. Творится. Смотри. Он забрал, другой прилетел, бля. Учение кончилось. Теперь вас ждет настоящий бой. Бля, чуть батю не убил, нахуй. Ну вот вам батя опять виноват. А, чё, куда мы тут летим? Где мы летим? Не пик, это вообще, блядь. Не-не-не, пик, сейчас, я лучше это, удалю игру. Вот все в администрацию падаем. В лючок прям взлетай на крышу. Нет, ладно. Наверное, может, другое место. Может. А то лететь далеко, блядь. Ну в том районе можно погонять там этим. Давай. Вот сюда вот.
Я плюс Z получил. Блять, я так летел. Я увлекся настолько, что врезался в землю, но я живой, блядь. А меня убили. Блять, меня. Потому что я не успел. Меня просто в это. Ну, изнасиловали нахуй. Толпой, блядь, в лету, блядь. Мне вот не нравится, когда я играю в восхождение, у меня толпа летит 4. А, тебе нравится, когда тебя толпой сразу, чтобы. Я вообще не если ты, блядь, подключите меня кто-нибудь, упадите, блядь. Я, наверное, думаю, успею. Я включить не смогу, все, умирай. 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 Умирай, батя, ему похуй, понимаешь это. На него надежды вообще, блядь, ну. Очень мало. Нет. Это задрал. Ну не задрал, Ликвид, ну так и есть. Тебе надо учиться играть в команду, а ты в команду играть не хочешь, я вообще похуй. Бля, Ликвид, а я сколько тебе лет? 12, блядь! Угу. Тогда я понял, блядь. Команда Ликвид, это наше все. У тебя брат покинул команду. Ну да, ну что сделать, можешь выйти от него. А, сколько? А, бля, я как раз на последнем будет тоже сейчас играть, все. Ну и да, играем карточку, и хорошо. Ну, три часа простримил, нормально. Я зимой, бля, по 12 часов хуярил. Бля, ты хоть работаешь, на что ты существуешь? Ну, конечно, работаю. Ну, у меня зимой полтора месяца отпуска, блядь. А. Играй, не хочу, мне. Так и да. Я не помню, где весь народ вообще, что-то. Нет, а что еще делать, если... Ну, я... Да я согласен, я сам в... с факту приезжаю. Я вообще не выпиваю, не курю, ничего, мне чем-то... Надо себя отвлекать. Молодец. Молодец, я тоже не пью. Ну, я только... Ну, вообще, прям это... Не на празднике вообще никак, ничего. И я вообще никак. О-о-о. Ничем не кодированный, ничего. Да-да-да, красавчик. Курить вот я бросал долго, прям долго, блядь. Нет, курить я борюсь. Играть, блядь, курить борюсь. Но я бросил прям с одного дня, думаю, нахуй, все. А что мы сделаем, а? Вот скажите. Где ворот лезть, где толпа стреляет? Я лечу к народу. О, бля, деньги откуда там пизданулись. А ты не сказал, ты сам откуда? А, сказал, пищу, бля, я долбоёб вообще, блядь. Да, тут. Ой, блядь. Чё у вас там как это? Погода-то? Сегодня нормально было? Блядь, ну градусов 5, наверное, ночью было. 3. Дождик был? Не мороз. Не, ясная погода. Вообще нормально. Mm-hmm. Я открыл этот туннель, который рядом с ним. Блядь, ты вообще красавчик, Ликвид. Ликвидатор, да давай это. Взять. Давай, ебать, начинай. И БПЛА будет все. Да хуй пойму, блядь, чё я бегаю, время теряю, никого не убиваю. Пить, включи что-нибудь. Я не БПЛА, может, открою. У меня же БПЛА. Пить, вот тут нет никого. Вымер город, блядь, карта вымерла. Хоть бомбочки собрал. Вот и бегу собираю это сделать, ну что. Машина на рвусь никого. Я вот собрал побойчики. У меня больше нет ящиков. Контракт возьму, пока хуй бегу. Не надо эту. Деньги сложить куда-то, чтобы не украли мне что-то. Пошел, а им нахуй просто, пидор, блядь. А то у меня вообще миллион. Не знаю, куда их девать.
Она вах, ты где работаешь? Ну, на севере? Москве. А, в Москве. В Москве. Угу. Ладно, сейчас будет. Пора. Тут Москва. И там вся Россия, блядь, в Москве, блядь. Еще один, что ли, покупать? Обнаружена следующая цель. Да быстрее, шар, уходи. Бля, вот играть надо вообще. Ну, где-то до 2-3 дня лучше. Школьников нету, играется вообще прекрасно. Вот, ну, читаков вообще прям минимум. Вот я заметил, играешь прям все, там 20 кило все. После 2 прям у тебя сразу уменьшается... Ну прям до 12 киллов нахуй. Mm-hmm. Прям чувство, что тебя просто начинают просто есть. Прям кусками откусывать, не маленькими, нихуя. Возможно. Нет, это так и есть, так и есть. Просто, ну, мало взрослых людей, кто будет. Вот ты будешь читы качать. Вот сейчас ты пойдешь. О, вернее, это пойду, no. Куплю читы, да? Вот, не, купил чит. Мне не интересно так играть. Вот. А мелкие, им интересно. Да, Ликвид? Не интересно. Я читерую. Ну ты что там узнаешь? Ты мне тут говорил, сколько читы стоит. Все. Я люблю, когда читеров банят. Да? Топс от банов. Бля, пойду денежки скину. Я хоть давно уже скинул, купил. Надо было купить к вам. Ты забыл. До вертолета ждать. Ликвид, ты скинул бабло? Блин, у нас это надо подождать. А ты далеко, батя? Я хуй пойму, честно говоря. Он за деньгами. А, понял. Ну, я к вам еду по дороге, собираю. Ну ты далеко. Не успей, времени есть. Я уехал. Так держать. А вон еще деньги можно вынести. Там. У бати есть. У меня денег до хера, да. Ну. Я их сложил. Бать, тебе бы желательно их скинуть. Так чтобы... я еду к вам, да, да. Ликвид, ликвид, жди его. Замечен ударный вертолет. В воздухе становится жарко. Что там коллекции мне от нее? Вот я когда первым ее занял. Я сяду за руль. Неверчик нужен. Нужна разведка. Даже ни одного килла не дали. Я тоже. Дополнительное время.
Я тоже без скилла бегаю. Вот и хоть машина сдавить двоих. Ликвид, ты давай ходи, собирай деньги. Не надо стоять. Я, блядь, бегу, деньги собираю. На первом месте. А ты стоишь там, блядь. Сидит он. Маффин слушай, что ли? Ликвид, в те дома можешь не ходить, все дома уже там будут. Чувак прятался тут, прятался, блядь. Показалось мне. Когда кажется, креститься надо. Я повезу, держите крепче. Бля, не успеем. Сука. Не успеем. Это еще третьего нам было. Ну чё, все, давай, батя, спасибо за игру. Давай, парни, да. Да. Взаимно, хорошего давай, вечера. Спокойной ночи, отдыхай. Ликвид, давай. Ты тоже пошел? Да, да, все, давай, Ликвид, спасибо за игру. Пока. Ну всё, давай, пока, да, я пока. Пошёл в общем играть. Все, давай. Все, всем, парни. Вернее, дамы и господа, спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал, если желаете. И жмите колокол, чтобы не пропускать дальнейшие стримы. Вот. Всем удачи, всем спокойной ночи. Всем пока.